И сегодня вы увидите третью часть прохождения игры Homer from the Revolution. Кое-кто даже думал перепрыгнуть стену на мотоцикле, но для этого нужно быть совсем чокнутым. Мы видели чертежи, на которых показано, что в такие места можно попасть через тоннели, но эта информация не проверена. Воу-воу-воу-воу! Как вас много-то, ребята! Какой бы вариант ты ни выбрал, это будет непросто. Поэтому тебе нужно подготовиться, ясно? Удачи, Брэди. Давайте, только по одному. Не зашло. Так, надо думать. Больше думать, меньше делать. Думаю, поступим проще и просто. По-тихому вынесем первого. Ух ты ж, как далеко-то. Извини. Но и за будущее. Патроны. Пожалуй, купим маленечко экипировки. Я чувствую себя живым лишь когда выхожу. Давайте, пожалуй, все-таки смотрим, что можно взять оружие. Уже нужно сделать вывоз. Да, подходит. Так, есть ли у нас патрончики? Похоже, нужно сделать вывоз. Нет. Ну ладно. Так. Ну пошли.
по-моему, я обнаглел. Это вентиляция. Взрыв в этом месте откроет тебе проход. Пожалуй, лучше пробежать. Нет, не внизу. Так, вот здесь, по-моему, я и заходил. Так. Не совсем, конечно, здесь, но пойдет. Первый был здесь. Теперь все красные зоны — это закрытый район. Гражданский вход запрещен. Тихому пойдем. Дастеров и собираются травить газом другие КЗ. Нужно уничтожить ее до запуска дастеров. Ну и где вы? Заберу у вас все, что у вас есть. Так, главное его не проморгать. Минус дрон. Там какой-то дурачок. И... пожалуй, зайдем сюда. Я тебя постреляю. Отлично.
Базу снабжения захватили. Ох. Ну ладно. Чучьи использовали этот сухой док для подвоза припасов и подкреплений. Его захват — это большой успех для нас. Молодец. Спасибо. Опа, это надо. Энди, это Фили Альфа. Ответ, Энди. Кто-нибудь связывался с ними? Мы нет. Отряд Неда? Недавно он был в Алмсе. Какого они не отвечают? Так, внизу есть мотоцикл. Чуть не проморгал. Жесткий диск плюс один. Пожалуй, больше так прыгать не было. Что ж, наверное, спустимся вниз и поедем на задание основное. Патруль 4, завершайте проверку, начинаем. Эй! Ну, пошли со мной. Разберемся! Высоко, да? Здесь ниши. Ага, вот спуск. Все вижу. Мне нужен мотоцикл. Угу. И, пожалуй, нарисуем дорогу, да? Или нет? Оборудовала пост прослушки на развалинах склада Финсток. Мы не можем позволить им подслушивать наши переговоры или узнать, где мы храним оружие и боеприпасы. Отправляйся туда и уничтожь бежать. Его. Очень быстро бежать. Им так не прокатит, да? Ладно, бежи. Драп-драп. Ребятки, защитите меня. За мной дурачки гонятся. О! Вот, все нельзя. А жаль. Так. Ну и? Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время. Добавим немножко паркура. Там еще что-нибудь есть? Угу. Химические реагенты. На кой ряд они мне? Никто не знает. Так, стоп, не то хотел сделать, извиняюсь. Я хотел сделать. Ну, пожалуй, не надо. Ой-ой-ой, не хочу. Хочу. Так, пожалуй. Ну, ладно, продолжим. Дверь. Защита от бога. А дверь открыта. Господи, как я ненавижу терять людей. Просто продолжай. Продолжай искать. Продолжай, продолжай. А я что-нибудь соберу. Доска объявлений наверху. Да, денег как не было, так и нет. Любой мусор идет в дело. Передай отрядам, если они не заметят ничего очевидного. О. Идут дальше. Нужен больший охват. Воу. Ладно.
ладно, не надо. Так. Господи, как я ненавижу терять людей. Просто продолжай, продолжай. Хозяин, здесь как всегда, другая, дайте фонарушку. Не хочу, пожалуй, пока что. Не сейчас. Стрелять можем крылья. Важно то, в кого он стреляет. Ты в курсе, ты велик чинишь. Какая стрельба? Господи, как я ненавижу терять людей. Просто продолжай искать. Братан, привет. Хелен говорит, следов нет. Черт побери, что же с ними приключилось? О, ты, Брэди? Мур говорила, что ты, возможно, заглянешь. Повезло мне. У нас патруль пропал. Твоя помощь мне бы не помешала. Подожди секунду. Найди Конора, спроси, проверил ли он береговую линию. Возможно, они заблудились или пострадали. Если он свободен, скажи, чтобы нашел себе байк и езжайте туда. Извини, Брэди. Я Нед Шарп. Я заведую арсеналом. Как я сказал, я потерял патруль, проверявший сообщение о переводе Уокера в другое место. Они сказали, что нашли автоколонну, а потом связь оборвалась. Нам важны любые сведения об Уокере, и мы должны узнать, что с ним случилось. Я отправил людей на поиски, но район слишком большой. Я хочу, чтобы ты тоже помог их искать. Продолжай искать. Спасибо за деньги. Возможно, что-то блокирует их сигнал. Я пытаюсь, Нед. Я говорил Энди, что он слишком самоуверен. Почему нельзя просто быть осторожнее? Нельзя, но не надо. Я уверена, что если мы не будем расслабляться... Мне не нужны особо деньги, так все хорошо. Вроде. Эй, новичок, советую хорошо подготовиться, если ты идешь искать патрулей. Возьми с собой бомбы. Они хороши и против машины, и против солдат. И дадут тебе шанс против чертовых БТР. Нет, БТР я не хочу. Давайте к ним без меня. Угу. Пожалуй, нет. А вот это бы я, пожалуй, взял. Хочу. Да, приобрести. Уже есть, конечно. Я слышала про опорный пункт. Хорошо, что ты с нами. Так, и, пожалуй, теперь мы сделаем вот так. Пойдемте. Смотрим, что... Почему они не доложили? Потому что... Опа. О? Пойдем дальше. Здесь, в принципе, еще все пока под контролем нашим. Мы постарались. Брэди, это Нед. Чем больше зона поиска, тем больше шансов найти Энди и его ребят. Я отвечу район поиска в твоем телефоне. Если найдешь что-нибудь, я должен знать об этом. Удачи! Мне нужно укрытие получше. А ну вылазь. Гражданским плохо. Лучше патроны нашлись. Если вы оказались в красной зоне случайно, пожалуйста, немедленно обратитесь к ближайшему патрулю Миротворцев. Да. Сейчас обращусь к патрулю Миротворцев. Зачем отвлекать, если можно всех побить? Так,
мотоцикл есть. И птичку я, пожалуй, тоже заберу. Бля, разобраться, что с ними? Берем вещички. Так, и найдем радиостанцию. Где-то внизу, да? Оперативные базы выведены из строя. Склад. Ходить удобнее. После ликвидации этого поста прослушки КНА не сможет точно определять наши позиции и так легко отслеживать наши перемещения по зоне. Молодец. Всегда пожалуйста. Филиальфа, это Тони. Продолжай, Тони. Мы упустили машину с Уокером. Надо снова выйти на след. Черт. Ладно. Сообщайте обо всем, что узнаете. Бэриша, срочно нужна информация. Ладно. Попробуем доехать. Фредди, по нашим данным, в этой аптеке устроила склад оружия. Отправляйся туда. Возможно, там найдется что-то интересное. Это Энди! Нас окружили чучки! Срочно нужно... Фредди, мы отследили сообщение Энди. Ты к нему ближе всех. Высылаю координаты. Отправляйся туда и узнай, чем им помочь. Как только смогу, я пришлю тебе подкрепление.
Так. Та-дам. Теперь... Ладно. Как хорошо ты сел. Приуныл, наверное. Ну, собственно говоря, меня это не волнует. Мне нужны твои патроны. Тоже что-то есть. Мол, мне это не понравилось. Блин. Угу. Так, что еще? Ты. Блин, тебе уже жуки, чувак. Тебя умоляю, застрелим. Тут только мешает не идти вперед, будет застрелен. Шманаем, все, шманаем. Открыто. Кто-то до меня постарался, здесь тоже. О! Консервы. Опа! Так, это заперто, а вот здесь что-то есть. Аптечка, это хорошо. Почему нет? Ну ладно. Ух ты. Приумывший. Деньги, наконец-то пошли деньги. Так, ладно, дальше. Еху! Еху! Угу. Боезапас-то полон. Так, подожди, друг.